районном краеведческом музее состоялось очередное занятие Открытого народного университета. Встреча эта происходила в музее не случайно. В этот день произошло значимое событие – передача в дар военных фронтовых писем, что особенно актуально в 70-летнюю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. Мы с вами здесь не потому, что дата, как злой осколок память жжет в груди. К могиле неизвестного солдата ты в праздники и в будни приходи. Он защищал тебя на поле боя. Он пал, ни шагу не ступив назад. И имя есть у этого героя великой армии простой солдат. О таком простом солдате войны, нашем земляке Исааке Ефимовиче Бидасе, шла в этот день речь. Родители Исаака были эвакуированы в Каргополе из молдавского города Тирасполь. Из Каргополя в 1942 году Исаак Бидас был призван на фронт. По возможности Исаак писал родителям письма, писал прямо с поля боя. Вот письмо от 7 июля 1942 года. Пишу с места, где примерно соединяется Московская, Калининская и Смоленская область. Наша часть уже в бою под Ржевом. Младший сержант Исаак Ефимович Бидас был ранен в бою и умер от полученных ран 21 февраля 1945 года. Похоронен в деревне Каманин, Восточная Пруссия. Именно эти фронтовые письма стали главными героями встречи. Треугольники птицы, оригами войны, горьких судеб страницы, и страшны, и нежны, далеки расстояния от фронтов до тылов. Письма, связь расставаний через магию слов, карандашные строчки на случайных листках, о боях и о прочем мимо политрука, на трехтонках надсадных, на бипланах ночных, достигал адресата треугольник с войны. Жили люди в разлуках от письма до письма, треугольник без стука приносили в дома. Историю появления писем в Каргополе поведал наш земляк, живущий сегодня в Германии, Калмогоров Геннадий Дмитриевич, который их и привез. Сейчас Геннадий Дмитриевич живет в городе Эрфурте и является главным редактором одной из русскоязычных радиостанций. Он рассказал, что после окончания войны родители Исаака Бидаса уезжают на родину, в Молдавию. Там их судьба свела с местным художником Михаилом Баланом, который еще и был коллекционером предметов военного времени. Именно ему семья Бидас передают в дар письма сына. Через несколько лет Михаил Балан встречает в Германии нашего земляка Геннадия Дмитриевича. Михаил Балан постоянно выставляет свои раритеты, письма, ордена, все, что он собрал на выставках ко Дню Победы. И вот на одной такой выставке мы с ним делали интервью. И потом как-то познакомились, подружились, и он говорит: что-то у меня вертится в голове какое-то это слово «Каргополье». Ну, вертится, давай искать. И вот он нашел 18 писем из Каргополья. Михаил Балан решает передать письма нашему земляку. Таким чудесным образом 18 фронтовых писем свидетели истории возвращаются на родину, в Каргопольский район, за что Геннадию Дмитриевичу была выражена огромная благодарность. Зрители не остались равнодушными и включились в беседу, чтобы вспомнить те страшные военные годы. Также в этот день все вместе с большим удовольствием исполняли песни военных лет. Зеленый лист изной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Кудрявый клён зеленый лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. По окончанию мероприятия слушатели Народного университета и гости делились своими впечатлениями. Я не первый раз
в музей прихожу вот на такие мероприятия, мне очень нравится. Нравится, потому что встречи в музее – это всегда трогательно, потому что это связано с историей. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый да клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена, да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка-молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет меня дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый да клен зеленый лист резной, здесь у клена да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый. Арфы нет, возьмите бубен. Петь не умеем, а очень любим. Раз кудрявый, клен зеленый резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной. Раз кудрявый.